Опан, опан, оп, опан, Гангнам Стайл. Оп, Гангнам Стайл. Оп, оп, Гангнам Стайл. 여자, 여자, 온 인간적인 여자. Hey! Gangnam Style! Gangnam Style! Понеслась, детка, понеслась! Да, я конфетку хаваю. Да, с вами Blacks 325 и... Эх, конфета хавающий Мэфорис. Точняк! А сегодня мы с вами будем делать Валкрафт на такую игру, которая называется Assassin's Creed 1, не 3. 3 говно, хотя ладно, офигенная. Okay. Это говно мы смотреть не будем, потому что это говно. Да? Да. 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 Значит, поиграем. А знаете, что еще говно? Вообще не играл. Знаете, давайте... что еще говно? Новую игру. Тролло говно. Тролло вообще говно. Так, отлично. А, еда, ёбаный в насос, ёб. Итак, идет наша любимая загрузка. Позырим, что тут сейчас будет твориться. О, бабы, это я люблю. Ничего не слышал. На тебе, на по башке. На по морде. Слушай, смотри, это жена Слендера. Где жена Слендера? Иди туда, у них лица нет. Поздно. У нас проблема. Какая у нас проблема? Не могу закрепить его память. Слишком сильная психотравма. Он отторгает процедуры. У меня вообще память не закреплена. Во, пацаны. Эзман, попробуйте расслабиться. Дайте мне я женщину. Я расслаблюсь. Сосредоточьтесь. Слушайте мой голос. Все это не по-настоящему. Всего лишь картина из прошлого. Расталкивание, толкай. Не работает. Подождите. Первый раз всегда сложно. Это в каком городе? В Дамаске, Иерусалиме или Кристофином Бурбуль? Достаточно сделано. Кристофином Бурбуль. Я его замочил. Мы пытаемся вас вытащить. Альтаир его замочил. Это тупо. Это тупо, что Альтаир его замочил. Лучше было Вася. Вася, напорвать. Я говорил, что он справится. А я нет. Ублюдки! Тихо. Я жизнь спас. Жизнь спас. Жизнь! Вы похитили меня. Запихнули в эту штуку. Анимус. Запихнули в эту штуку. Это... Помнишь, Митро, доставай свою что штуку. Что вы сделали со мной? У вас есть нужные нам сведения, мистер Майлз. Сведения? Я бармен, черт возьми! Что я бармен! Мартини? Мы знаем, кто вы. Они хотят и научиться что? Делать секс на пляже. Не понимаю, о чем вы. У нас с вами нет. Мне не эксперту. Вы ассасин. Мне не обезьяны. Знаете вы это или нет, у вас есть кое-что нужное тем, на кого я работаю. Оно скрыто у вас в голове. Окей. Но я не ассасин. Оно скрыто. Я не ассасин. В вашем деле указывается обратное. Говорится что-то о побеге. Очень удачно для нас. Что вам нужно? От вас посредно. Делать то, что вам говорят. Все остальное сделает Анимус. После этого вы будете свободны. Анонимус. Я не вернусь туда. Тогда мы погрузим Смешно. Вас в кому и продолжим работу. А после этого оставим умирать. Честно говоря, вы сейчас в сознании только потому, что это экономит время. Да, вы безумны. Так что же, мистер Майлз, жизнь или смерть? Фиг или перть? Конфеты. Уложитесь. Уложитесь. Мудрое Я решение. Укладываюсь. Улаживаюсь. Сейчас этот доктор сверху берет будет, да? О, да какая вообще. Где я? Посмотри направо. Вы внутри Анимуса. Анонимус. Что это? Дайте язык, понял? Прибор, создающий трехмерное память пространство закрыта, из генетической закрыта, памяти. Закрыта, генетической памяти? Что ж, придется заняться Анимус, его образованием. Анимус, версия 1,28. Начнем с простого. Что такое память, Какая мистер разница? Майлз? Что такое память? Это ваша мама. Прошлого.
Вот твоя мама. Личный человек, наблюдавшего события. Твой, да, отец. Но тело человека содержит вот эта телочка, она личную память, но и воспоминания, и его предков, то есть генетическую память. Мирач, спячка, размножение. Как животные узнают, размножение, что, как и когда им делать? Это всего лишь инстинкты. Вы спорите о терминах, мистер Майлз. Факт остается фактом. Слендер, красный животные галстук. Животные используют знания, накопленные это предками. Слендер, отвечаю, да, последние 30 лет а кто это? Понять, Блендер. Каким образом. Это я доктор Мэн. Удивительную вещь. Наша ДНК. Доктор Мэн. В них содержится не только генетическая информация прошлого поколения, но и их память. Память наших предков. Ну их батя, но их ебатя. Но есть сложности. Это участок памяти, нужный нам. Но когда мы пытаемся открыть его, ваш разум протестует. Вы не способны шагнуть в тело своего предка. Именно ну, конечно, надо сначала вот это открыть. Из нужного участка что ли, а? Более стабильное состояние. Почему? Это ваше подсознание. Оно сопротивляется. Также реагирует пациент. Как он может вспомнить то, чего он не видел? Вот они это бред. Перейти сразу к нужному участку. Дополнительное воспоминание. И это даже как? Это не гарантирует успех. Как же нам быть? Это как воспоминание, только дополнительное. Мы сможем попасть. Оттуда мы двинемся вперед. Это как воспоминание, только воспоминание. Дополнительное. Это самый близкий к нужному участку. Действие происходит в 2012 году. С него мы и начнем. Загружаю программу начнем? Обучения. Меня. Меня. О, я же Альтаир. Я же Абдул-Ахмед. Внимание. Поток данных нестабилен. Восстановление. Внимание, поток данных нестабилен. Приветствую, объект 17. Здорово. Этот обучающий режим позволит вам ознакомиться с системой управления анимуса. Я и так знаю. Следуйте указаниям. Смотри, у него торчит. Шкала синхронизации показывает, насколько ваши действия совпадают с памятью вашего предка. Если вы рассинхронизируетесь, анимус вернет вас в последнюю синхронизированную точку. Сейчас вы опасно близки к рассинхронизации. Следуйте указаниям, чтобы исправить положение. Анимус использует концепцию марионетки для управления вашим предком. Загружаю процедуру адаптации вашего тела к анимусу. Рассмотрим действия по умолчанию для системы управления. Окей. Когда вы стоите, используйте кнопку головы для осмотра окружения. Кнопка головы. А, это У. Удот. Хорошо. Хорошо. Чтобы пройти через носильщиков и не уронить ничего из их груза. Подойдите к маркеру, посмотри, чтобы продолжить процесс синхронизации. Посмотри на их лица. Смотри, как я умею делать. На тебе, полази. Ура! Я человек-толкатель. Человек-толчок! Ох, всех пошлёпал по попке. Человек-толчок. Я успел! Нет, я не успел. Человек-толчок. Потолкай. Человек-толчок. Ну ладно, пофиг, мы полностью обучение не будем проходить. Это уже в летсплее моем отдельно будет. Анимус различает два основных режима. Бе-бе! Высокую и низкую стойки. Высоко, низкую. Действия, выполняемые в низкой стойке, социально приемлемы. А в высокой более агрессивны. Зажмите кнопку высокой стойки и посмотрите, как меняется дисплей и возможности управления. Отлично. Кнопка высокой стойки. Высок. Мы продолжим синхронизацию, выполнив несколько действий высокой стойки. Схватите и бросьте этого человека, используя кнопку пустой руки высокой стойки. Высокая стойка.
Хорошо. Я просто крутой. Я просто прав. Кнопка ноги в высокой стойке позволяет вам использовать спринт. Он помогает сбежать от солдат или догнать кнопка ноги цель. В высокой стойке. Как ноги? Как не потерять достоинство в конфликте? И упасть на землю. Вон, сейчас пробежимся и закончим. Доберитесь до маркера быстрее соперника. Не успел. Прекрасно. Прекрасно. Анимус выдает. Ну все, короче. Анонимус. Ну вот такая вот крутая игра. С вами был Блэкс 325 и Мэфлис 335. Что ты делаешь? 335. Пока. Ну а с вами был Блэкс 325 и Мэфлис 335. Всем удачи, всем пока. Зубы ешьте, провода. Берегите себя, пока. И не ешь опа. Берегите себя. Ну всем удачи, всем пока. Берегите себя, пока. Да, Джигула.